Вот, ну значит, и говорящий Ранфали. Стоп, стоп. Другое у Джилук, понятно. Два. А, там. И зовут чуки, с вами снова Карл Джексон, и мы опять проходим GTA San Andreas Rainbow Miser. Но на этот раз вы все увидите сами. Да, мы можем не читать на самом деле это все эти диалоги, нафиг они нужны, но все-таки. Ладно, пофиг. А не, хочу проверить, а может быть сработает? Давайте-ка попробуем. Может сработает? Угу. Откуда я знаю? Может сработает на катсцене? Это еще ладно, это все херня все. Да, вот эти вот всякие разные личности, какой-то бомж, бидап и Джетро или Дуэйн, неважно кто-то из них, и вообще пофиг. Кого они там оставать пытаются? Кто это? Макер, нихера себе! Ааа, арестовали Макера. Ну а за то, что дрочишь много, не надо так делать. Правда, угрожают они ему, если честно, какой-то параши, я не понимаю, что такое даже. Какой-то листок или что это, я не понимаю. Да. Ооо, нифига! Еще за. Блин, ладно, дрочит, это еще херня. Но спиздил управника какой-то там нулевой номер или что там у него там. Это вообще жестко. Зачем же ты это спиздил? И как это вообще получилось? Да хер знает, я просто был пьяный, как всегда. Залезай, блядь. Кстати, ничего не похоже, блин, знаете? Ну, блин, а тут все они похожи. Афроамериканцы похожи на афроамериканцев, а белые похожи на белых, как бы. Да. А, осуждаю. Да ладно. Вот сейчас самое интересное, чувак, если вы сейчас увидите, все будет вообще просто офигенно. Как бы до этого был этот мод уже, но немного... Нет, его тут не будет, ну и ладно. Насрать. Тогда. Бабуська. Но. Вот оно. Вид от первого лица. Во. Только правда. Сейчас в данный момент он мне понадобится или нет? Ну. Ну, по ходу действия будем там. Либо пиздить кого-то в рукопашную, либо. А почему я, кстати, бля, вот чуваки его обманули, тут, блин, захват территории. То есть, знаете, тут территории можно захватывать. Уже в начале. Ощущение, что тут можно уже везде захватывать территории. Вот такое ощущение у меня. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, мне просто кажется. Это что получается-то? Статистика банды. Самая большая банда баллов 29. Угу. Нахер-то надо. Так, короче, тпхаемся домой, так сказать. И я, кстати, да, как парень сошел с ума. Ага. Это чё? А, это другая бабушка какая-то. Я каждый раз меняю свой прикид. Ну, вы понимаете, да? Типа, каждый раз меняю свой облик. Ну, идем, короче. Это можно пропускать, назовем, потому что тут касцены идентичные, тут... У тебя есть дети? Захватывающим? Чувак, это дерьмовый дельц был дерьмом. У нас нет времени. Ага. Не, ну мало ли тут что-то новое будет. Мало ли что-то новое будет. Нет, нифига. О, Кэндл, это Кэндл! Заебись! Хорошо! Хорошо! Девчонка обняла девчонку. Сразу лесбиянка, да, осуждаю. Вау! Вау, тут чё этот? Райдер это райдер? Ну-ка. Увидимся, когда вы вернетесь назад. Нихуя себе! Там кого-то чуть не убили, увозите вас отсюда, правая дьявол, захватывающую. Хочешь подписать контракт на запись? Свинья! Это смог райдер! Давай быстрее садись, ёптовую мать! А, там кто-то остался. Я не туда сел?
В смысле, а чё не так-то? Алло. Я сел. Чё дальше? А, следовать надо. Свита. Это не свит, а? Оу, да виноград. Эй, куда он? Мобильник Майка почти сдох. Вау, видите, какой видок-то. Может, вертеть туда-сюда башкой, в отличие от того мода. Как там правильно-то? Короче, вид от первого лица именно в тачке. А тут... А, ублюдки, моя машина! Тут хоть как можно вертеть башкой, хоть зад, хоть назад. Все... Ну, почти что на 360. Зачастую тут, на самом деле, 180 градусов, но... Короче, GTA SA, как почти как в VR. Давай, садись. Синяя тревога, привести прожектора, режим повышенной точности. Потом занавес упал, они оказались среди нас. Черт, он очень находится под водой. Очень долго находится. Он очень находится под водой, ну да. Вау, нифига, чё творю, где, куда? А, туда? Окей. Вау, уху, нихера, чё твою. О, вытираем пот со лба, да, это важно. Поймай меня, если сможешь! Блять, чёрт! Отведи меня назад, казино Калигула! Давай, Карлс, это за нами! Это я был в тему. Это не Кэти, мне поводил свой домой, могу бы с ним вместе, а? Да я руку сижу, я застоял! Пора оседлать его, СиДжей. Карл, хочешь, чтобы я рассказал тебе, как выбраться на крышу? Он движется так, будто ему разборой живот и что-то там еще. Из-за активации Windows, ну, очень видно большинство диалогов. Чуваки, ну, черт, я... Какой-то мудак в меня въехал. И СиДжей реально в тему сказал, черт. Все, оставляем это на долгие годы. Вероятность того, что в доме есть какое-то оружие, но 100%. Ну ладно, ну 50-50 всегда что-то может быть. Ну. Хоть что-то. Не рукопашную хотя бы. Сейчас я сохранюсь и покажу вам главный баг этой игры, этого мода. Какой самый обидный и главный баг в том, что всякий раз, когда ты заходишь в гардероб, от первого лица любому персонажу все время косоебит лицо. Вот любому. Видите, у него язык наперекосяк. Выходим, заходим обратно за любого другого персонажа. Вот, кстати, канон почти что. О, видишь, девчонки перекосил глаза. Как-то, ну, не знаю, от первого лица нормально все. То есть, наоборот, не от первого лица. А включаешь мод от первого лица, баг. Ну и ладно. Даже врагу такое не пожелаешь в реальности увидеть, перекосоебанное лицо свое. Что-то все канон, все азиаты ходят с катанами. Да ну, не верю. Ну ладно, ответим.
Уйди с дороги, СиДжей. Прикрывай друг другу спины, амигос. Да, с радостью. Игра окончена. Выходите. Хорошо, босс. К счастью, в любой системе безопасности всегда есть одно слабое звено. Эй, здорово. Уйдешь? Вот всегда, когда говори это с телефон, когда по телефону говоришь от первого лица, тебя постоянно колбасит туда-сюда, туда-сюда. Райдер, с Райдер. Короче, мы пускаемся, касцены, там ничего нового нету. Даже говорящий Клод нас уже не удивит. Те, кто не знает, кто такой Клод, ну значит. Или говорящий Ранфали. Потом на 100% поражении я буду все диалоги читать, даже в катсценах. Ну, я и так читаю все диалоги, но катсцены не читаю, так что да. Не пьет, Сиджей, мы оставимся на балконе. Хорошо, Сиджей, давай за нами. Ну, думаешь, куда мы едем? Да, ты знаешь. Да, ты что, Смог? Наша банда весь новый гейм, мы же Grow Street. Эй, Карл, я звонил час назад, пошли на учинку. Чувак, ты вернул мир в мою долину, спасибо тебе, друг. Заведение не видит ваше ограничение за этим столом, сэр. Ты! Карл, сзади! Сзади! Кто? Никого нету сзади, что ты пиздишь? Привет, Карл, ты не хочешь прогуляться? К чему ты клонишь, Жетро? К чему ты клонишь, Джетро? Надеюсь, ты Джетро? Ты же Джетро или нет? Насрать, ладно. О, девчонка! Девчонка зашла в... О, какие сиськи, здесь за кого я играю? Я играю так, дайте угадать. Я играю за шлюху, я угадал. А, кстати, вот смотрите, вот опять-таки, проверяем. Хоп. Какие у нее прикосновенные сиськи будут, но нет. Блядь, это пиздец. Ну да, кстати, тут вид от первого лица, ну... Вообще, можем что угодно брать, потому что... Что бы мы ни взяли, все равно... Ну, во-первых, да, на любых персонажей, кроме Карла, не меняется прическа. Да? Вы мне ничего не изменили. Красиво. Вообще красота. Спасибо. До свидания. О, Грув. Эй, я тогда пойду с Джеффом, то есть с Луком. С Луком. Поймал. С Луком? Каким нахер Луком? Карл, мне известна его тактика. Садись, Джей, садись. Надо было взорвать его тачку перед этим, бля, я молодец. Придется ждать, когда все правильно. Да знаю, давай. Ёбаный в рот. Груф. Теперь я, скорее всего, так, охранник. А, нет, ну это не охранник, это агент Джей. Не Си Джей. Давай мне просто маленькую пиццу и... А, я сейчас буду жирным ублюдком. А G-Y тут нельзя вводить, потому что иначе я пройду миссию. О, так кто, Пласки? Да. Здесь это должен быть огнушитель, найди его! Вы что, идиот или как? Ну я вопрос, Сизер, я поговорю с ним. Снайпер! О, парень, это хрень похоже на рану, чувак. Еще и ранили кого-то, а я сейчас и... Давай, иди сюда. Иди сюда. А, ну, вы не увидели, как она обезглавлена? Или увидели? Вау, еще одна? Она клонирует себя! Офигеть, чуваки, вы видели? Загляни туда, удивительно! Не, ну тут хотя бы можно вертеть и посмотреть, кто у тебя в соседях. Кто с тобой едет, можно увидеть. Это же нормально. Это же охеренно, можно сзади смотреть, хоть куда смотреть. А в этом моде от первого лица... Блядь! Да, жирный.
Здравствуйте, Карл Джонсон. Карл, у меня сегодня был очень тяжелый рабочий день. Мне понравилось, чтобы ты что-то там, чтобы ее трахнул, короче. Бля, капец, жирный. Жирный СиДжей против жирного СиДжея. Стоять, жирный СиДжей, только я могу быть жирным. Два жирных СиДжея, да ладно, они бегут быстрее меня, сука, стоять, блядь. Ладно, живите, жирные СиДжеи. О, бля. Ух ты, бля. Ёбаный вот. А я тебе не жирный СиДжей. Я жирный СиДжей. Все равно, ладно. Как там? КВГ YZQK. Нет, а как? КВГ YZQK. Нет, а как тогда? КВГ YZQK. О, теперь худой СиДжей. Лучше быть всегда худым. Потому что если быть либо толстым, либо мускулистым, то на других этих, кто скажите эти, на других скинах это очень сильно отражается. Их так перекосоёбит, особенно девушек. У девушек сиськи вообще вовнутрь заворачиваются. А, блин, я забыл, чуваки. Он же за руль. Выход находится в другом конце. Девочка, которую ты выставил в центре, хочешь выйти из игры. Райдер, ты предатель. Я забыл посмотреть самое главное. Забыл посмотреть, сколько времени я уже записываю, блин. Ладно. Только 16 минут. О, ничего, это, блин. Наоборот, вот так вот надо это делать. Потому что я путаю их наоборот. Так. Кен Розенберг. О, бля, она слишком высоко для меня. Можно сменить тачку? А, пожалуйста. Свит, давай-ка мы. Как в день сурка. Это невозможно, я не вижу ни хера. Хотя это на самом деле херня. Хотя бы дорогу видно, хотя бы хоть что-то видно. Бля, не, ни хера не видно. Я вообще промахнулся, блин. Он ничего не сделает. Только не забудь привести все деньги. Но он на самом деле что-то сделал. Он сделал. Так, если я не ошибаюсь. Та-та-та! Как-то так. Тогда чуть-чуть здесь. Усо, легко. Да, что ты можешь сказать о себе? О, что-то сейчас как-то нормально. До этого было как-то хреново, сейчас что-то нормально стало. Тихо, тихо, нет, не застревай. Давай, давай, это же монстр, давай. Надо, значит, тогда к ним с другой стороны подойти. Эти ворота, вход на склад Национальной гвардии. Вот так вот, без башки остался, до свидания.
Обычно у женщин отлетают башка, когда они видят меня. Но, парни, вы геи, получается, да? Так, может быть, получится на этот раз. Пожалуйста, хотя бы от первого лица, давай! Не, нихера. Может, таки получится? Эть? Нет. Ладно. У меня есть проходной путь. Не, ладно, последний раз. Если нет, значит я проходной путь использую. А если нет, ну, нет. Ладно, проходной путь. Окей, нудный обходной путь. Стоп, стоп. Да не туда. В смысле, залезай. Ты чё? Алло. Бля, куда? Ёб твою мать, нахуй. Пиздец. Залез, блядь, называется. Ну заеби просто. Наверх залезет? Нет, конечно. А что было? Я упал? Бля, вообще в другое место надо идти. Да что за пиздец? Идем сюда. Нет? Нет. Идем тут туда. Только не упади, пожалуйста. Умоляю тебя, не упади, я должен залезть туда. А он не за. А, ну да, он же тут не залезет. Ладно, придется обходить, блядь, этот нудный путь. Тут нахуя хотела бы срезать, блядь. Нихуя тут не срежешь, блядь. Тихо. И какие-то стихи подобрал или чё? Сиджей! Вот так вот. Отрубил бошку Сиджею. Это был мент! Ты ничего не видела. Тихо-тихо. Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. До свидания, девушка. А! Нихера! Нихера ты баклажан! Нихера ты баклажан! Нихера! Нихера, нихера, нихера! Сдохни, 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 сука! Чё, кто? Ты! Ты, сука! На-нах! 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 Насука, насука, насука. На-на-на-нах. Пистолетик. Пригодится. Чё ты? На-нах! О, всё. Ладно, заменю. О, спасибо. Ты чё, дерёшься ты, сука, слышь? Да охуели! Ну всё, вам пизда, чуваки. Где? 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 Кто на меня наезжал? Во всех смыслах. Похуй, ладно. Надо всё вот так вот делать. Да ёбаный рот ты, сука, блядь. Идите нахуй, блядь, звезды ебаные. Ты чё? Иди нахуй, шлюха ебаная, блядь.
Йоху, бля! О, он сквозь лодку проехал! Кого это волнует? Вот именно. А... Давай быстрее, блядь! Я должен буду из свита. Стоп, назад. Он не может закрыть дверь в монстре, ну и ладно. Я за райдера играю, да ладно. Блять, куда поворачивать, блять, куда поворачивать, блять. Сюда. Меня за жопу могут схватить в любую секунду, блять. С этой открытой ебаной дверью. Она уже закрыта, ну и хорошо. Денис Робинсон, зайди мне как-нибудь, сходим куда-нибудь, сходим куда-нибудь вместе. Куда ты собираешься бежать теперь? Сиджай, Сиджай, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Ну, Сиджай, погоди. Черт, они пытаются затаранить нас. Вау. В шляпе это выглядит убого, конечно. Ну да ладно. Ай, сиськи! Девчонка. О, блядь, это бабулька. Бля, бабушка. Что? Какие читы? Я не использую никакие читы, вы пиздите мне. Вы пиздите, какие читы я использую. А, блядь, чит на похудание. Ну похуй. В следующий раз... Ну, в следующий раз игру на 100... Это, как это? 100% прохождение будет без читов, чтобы прям вы убедились, что у меня 100%. То есть это означает, что будет всю игру сиджай толстый. Я, конечно, буду ходить в качалку, чтобы он похудел. Да, я точно, я так и сделаю. То есть тут даже чит на похудание. Ну ладно. Типа похудел не своими силами, а. Не, ну типа игра не будет защитить, потому что я пользуюсь тренерами. Защита, не будешь же это принимать. Не думаю, что ты меня здесь... Чего? Не думаю, что ты меня здесь найдешь. У вас нет даже денег, чтобы покрыть ставку, сэр. Убийца, ищи укрытие. О боже, ты псих. Чё ты спятил? Нахуя? Эй, Карл, здорово! Тачки находятся наверху. Куда он идет? Это они не пофиксили, что от первого лица он идет куда хочет. А, бля, опять забыл. О, клоны разговаривают друг с другом. Прикольно. Радует, когда два одинаковых скина разговаривают друг с другом. Какой там... А, бидап. Бидап убит тобой на улице, ты идиот? Нет, нет, я не знаю, кто такой бидап. Нет, кто такой бидап, не знаю. Блять, у него вывернуты глаза, блять. Глаза вывернуты. Наружу. Кто-то номер набирает. Я забыл опять посмотреть, после каждой пройдя на месте, смотреть, сколько времени прошло. Ну, почти полчаса. Я чё... Джизи показал не беспокоить его. Карл, ты придешь, я буду стрелять. Слушай, детка, я знаю, что вел себя как собака, но та хрень, что с тобой приключилась. Гостям разрешено здесь находиться. Хорошо, Холмс, тебе нужна поддержка? Чувак, ты должен позабыть о страхе, приобретенном с тобой в Верти-Сити.
есть, да, ну да, это не удивительно. Вот же лук ковит лопату. Потакая при этом ею себя. Опять этот мужик! Пошел на. А кто вместо этого Биг Бэра? Другой Уджилук, понятно, два Уджилука. Один полуголый, а другой... Короче, с голым торсом, это не полуголый. Полуголый — это когда в одних трусах. Короче, два Уджилука, один как рэпер, а другой как рабочий закусочный. О, бабулька с бабулькой разговаривает, прикольно. Нет, это опасно. Не, вставай! Восточный берешь сделать, я не хотел, парень. Эй, сюда, Зиро. Может, тебе не надо было быть лоурайдером? Не дано быть лоурайдером. Красный 14. Голосейт дом. Давай, пошли, познакомишься с Рокки. Я не буду это брать. Хорошо, нормальный план, я думаю. Черт, я потерял все оружие. Не гони. Вот еще, по-моему, звук был из Vice City. Чё, чувак, как мы до него доберемся? Бля, ты пидорасы! Подъедь ближе! Фу, блядь! Пидорас! Кто у нас тут валяется? Понятно? Так, а там тоже было... Так... Кто-то из них тёлка. Кто-то из них тёлка. Ну тут тёлка, это вместо парня. Фу, блядь, идите нахер. О, я всё это время был дедом. Даже не смотрю от первого лица, кто я. Так-то... Эй, слушай, я тебе духи покинули территорию Лас-Вентураса. До встречи. Я, короче, один из людей в УЗИ. А, нет, я этот мафиози, да-да-да-да. Кто эти деревенские ублюдки? Горю! Горю! Увидимся, брателло. Сколько прошло? 33 минуты, окей, идем дальше. О, свит это свит. Опять этот Джон Уик тут. Джизи. Хернан, да, чувак, девался больше не посмеют навернуть. Вон, чё он не посмеют? Не посмеют провернуть этот трюк. Вон там, ты видишь его? Что-то не так? Ты заблудился подать руку? Карл, я думал, что ты говоришь мне, что умеешь водить.
Слонный гений класса А. Это я. Я оторву твои яйца. Эй, послушай, Карл, я широко толстый, это не имеет широко... Бляди! Я ширококосный, но это не мешает мне оставаться в хорошей физической форме. Пошел нахуй, я за рулем! Короче, Джон Уик, Хернандес и Джизи. Ну, я как Си-Джей. Ну, скорее всего, он не заменится после кат-сцены. Эти скины. Тут же, кстати, такой рандом, то что... Типа, во время того, как они базарят, не в кат-сцене, а просто вот, в тачке там или еще где, то у них не шевелятся губы. А бывает, что шевелятся. Какой-то менеджер у Джилока. Бывший уже. Зиро, какой-то мужик и... Какой-то мужик, понятно. Зиро заказывает заказ Биг Смоука. Вот, я как и говорил. О, два Сизера и Клоуд, здорово. Блять, это уже слишком. А теперь езжай быстрее. Карл, возьми бомбу и дай этим танкам тормозить свое... Мое передвижение. Не мог бы ты здесь, господи, он находится в районе Санта-Флора к западу отсюда. Сделай, слушай, давай еще найдем пару-тройку... мишеней. Что, стреляют? А, Клод стреляет. Давай, Клод. Давай, Жан-Клодушка, давай. Давай, давай. Захерач их. Давай, давай. Ну. Давай, давай, давай. Ну. Давай, давай, молодок, давай. Бля, все, у меня кончились патроны. Давай, стреляй! Патрики кончились, давай быстрее! Я не дам им, бля, я не дам, сука, стоять, бля, о, все. Моток. А, нет, нет! Хуй тебе! Вы должны были завалить, пока у вас были деньги. Мне нужны деньги, на, ну... Тебе очень похожая фамилия, Хероголовый. Берк пришел в атаку. Кстати, Кэти, я как раз собирался тебе звонить, я скоро за тобой заеду. Чувак, мы неплохо работаем в команде, а, Си-Джей? Ты придешь, я отправлю. О, о вкусах не спорят. Эй, какого что ты делаешь? Чувствую, как бы нам развелись до земля. Ваша мать, я боюсь, под оскошком у дьявола. Хватит, что здесь случилось? Красный 25. Значит так, команда, давайте так, как мы, так как мы договорились, по двое. Один Сизер вышел. Едем с другим Сизером. Садись за руль и иду домой, балда. Разве это не твой Вагасов? Так держать. Выходим с рядом Монгоми. Вот теперь он шевелит губами. Спасибо, спасибо тебе, господи. Всем же я подумал над этим и перезвоню. Ходи в ферму, я все тебе объясню. Да ладно, не парься. Не за что, чувак. Мне кажется, Свит тоже так думает. Так, что у нас по времени? 38 минут. Что-то как-то быстро я прохожу эти миссии. Ну-ка, чё у нас? Так. Да блядь! Я много слышал об этом с Ghost Heat, об Big Smoke и остальных.
Необычно. Ты чё так долго? Лучше заткнись и избавься от них, любым способом. Эй, подожди меня! Понятно? Да блин. Ага, еще одна пушка. Отличный паркур, да, чуваки? Только паркур без трюков какой-то. Кастрированный паркур, я бы сказал. Да, он от первого лица, типа с GoPro, но... Все-таки у меня не хватает трюков. Мне просто вот это вот оружие не нужно. Ну да ладно. А баскетбол от первого лица тут вы не увидите, к сожалению. О, опять смог это смог. Таблетки и таблетки, понятно. Кто ты? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Чок, что за чок нафиг? Ты мой кореш, мистер прав. Смесарь следит за нами. Я слышу, что он в последнее время работает в гараже в районе Восточной... Эспланады. Так. Эти ублюдки перевели, что мы появимся. Среди мочи зеленых, и никто не хочет поменять семьи. Эй, СиДжей, ты никогда не перестаешь удивлять меня. А, это Джонни, Джонни, Джонни. Ни хера не вижу. Разбей нахер это лобовое стекло, не вижу ни хера, блядь. Ну конечно, еще и менты сейчас нагрянули, я не вижу ни хера. Понятно. Силы мысли. О! Хороший подгон. Надо проверить сейчас сводку. Нет, как? Вот настройки управления. Пять силы мыслей. Добро пожаловать в отель Ван Гог, сэр. Мы сделали, СиДжей, давай, дай еще пару-тройку. Кого пару-тройку? Неважно. Да пошел, я не такой, как вы, за непроходные ублюдки. Воу, сменил. Чувак, попросись без какая-то Биг Смоука. Там же машина. Ехать медленно, это... Чё? Ехать недалеко, это буквально на соседней улице, ага. Вау. А я смогу ее уничтожить вообще? По-моему, это подстава. А, не, не подстава, ладно, согласен. Ты никогда не поймаешь этого гангстера, придурок. Никто не имеет права распоряжаться моими шлюхами. Так, где этот булыжник? Эй, что сослось? Ты кретин, кретин! У меня есть связи наверху!
Ты умеешь, что эта хрень работает? Держись, мы скоро выберемся. Я не ел курицу. Не работает, сука. Узнаю старого Сиджо, я предатель, настоящий предатель. Хорошо, на кран полезу я, а ты лучше будь готов вскрыть контейнер. Плохо удивляться, это какая-то херня, не обращай на них внимания. Если они снут тебя стрелять об этом путешествии, чего? Об этом происшествии узнает весь мир. Остался только один бандит, а Карл, защити его любой ценой. Пока у них есть пальцы, мы будем сражаться с тобой. У нас есть пальцы, мы будем сражаться с тобой. Бля, нечаянно. Одна важная деталь. От первого лица я точно не буду проходить без убийств. Тихо. Мы на месте. Ты сейчас в учету машину? Ты! Чё ты в машину и гони? Эй, вали отсюда! Под хорошая идея, поехали! Док, у тебя доброе сердце! Уходи с епископом младшим, шлюха! С помощью лифта поднимись на крышу! Это наш человек! Совсем неплохо! Я даже удивлен! Ну, переодеваться нет смысла, потому что у меня персонаж мало того, что в облике СиДжея он постоянно, ну, в своем оригинальном облике он постоянно переодевается. Так еще каждый раз меняет скин, так что не, нафиг надо. Кстати, кто я на этот раз? На, бомж, которого тоже перекосоебило. Так, что по времени? 47 минут, окей, идем дальше. Так, Милли, OG и Big Smoke в бронежилете. Ты ебаная психопатка! Здорово, Карл, это Пол. Я их сел к находству Малахонского перекрёстка, теперь следую за ними. Ты хочешь вытащить брата из тюрьмы? Ходи в помощь кафе, это центр района Маркет, нам нужно поговорить. Отлично, тебе возвращается на Гроу Стрит. Так, только тут Милли хорошо вооружена с дробовиком. Опять дробовик, кстати, по-моему, да?
идут, уходи, оставь. Чего? Они идут, уходи и оставь их одних. А, там. Димо смог. Хватит! Тебя ебут семеро негров, да? Дабл килл! А, нет, почти. А что за ловимец в гараже? Одну звезду я получил, надо пиздеть. А мы можем по-быстрому от них избавиться, просто тупо доехать до Эдди до дома и ничего не делая. А, нет, 4 звезды, ладно. Погодите, погодите, а, туда. Три звезды, неплохо. Чтобы лучше наоборот, заехал туда задом. Вау. Тихо. Мне не нравится, когда этот парень выглядит. А чё так? Куда теперь? Всем башням приказано использовать оружие летального действия. Батарея летального действия. Я уже там, чувак. Ну давай, покажи, как ты танцуешь. Чё так долго? Каталина, я знаю, что это ты. Что тебе от меня надо, детка? Так, сколько время? 50 минут еще можно пройти миссию. О, это мент с усами. Прикольно. Так. А спонсором этого ролика является мой Бусти, на котором есть эксклюзивные ролики, которые можно увидеть только здесь. Спидран Марио 2011, Тинтун в мае 2011. И оно бумажный кораблик наоборот. Только здесь. Больше нигде. Sweet! Smoke! Два! Слушай, слушай, Мишель, что делать, чувак? Не хочешь погулять со мной? Ты пытаешься исполнить мой дом моим же дерьмом? Жец, проводил время с этими вонючими шлюхами. Бла-бла-бла.
Упсы. О, мой мотоцикл понадобится. Я пытаюсь, Сергей, тебя почаще. Побейся на борт так, чтобы... тебя не заметили. Четвертый верх. О, как раз. Прости, старик Крис, но тебе придется сдохнуть. Бабуська и Уджилок. Ты же недавно был с какой-то девчонкой в купальнике. Вы можете взять кредит из заведения, сэр. Галкин, блин. Шевелись, Джей. Я уже и так шевелюсь. Таков уже недалеко. Ну да, логично. Они ничто по сравнению с парнями из Гоу Стрит. Эй, Кэти, я как раз от тебя вспоминал. А сквозь эту мы отвлечемся как следует. Заботься о сохранности этих мотоциклов. Да, после следующего наваждения мы будем стрелять. Шалун. Я хочу, чтобы ты взял Сузан и отправился туда разобраться с этим. Разобраться с этим. Я посмотрю, что мне удастся узнать на улицах. Время. Еще 57 минут. Уже 57 минут. Ну ничего. То есть еще 3 минутки. Понятно? На прикольной тачке поеду. Быстрый даже, наверное. Чисто беру только те миссии, где реально можно увидеть от первого лица. Если на этой миссии танцев на тачке нету от первого лица, значит нахер это надо. Бабушка, фига какая модная. Чувак, мы выкурим этих балосов. Выкурим, подожди, прошу тебя. Черный 26. Сижи, блядь, ты где?
Ты бы запомнишь, пытался зажать какого-то пьяницу возле пиццерии. Закончите его. Если не будет первого лица, ну, значит, нахер надо. За мной! Кэти! Здорово! Не. Нет. Нет! Ты, походу, за это сделал. Вылетело. Вылетело, да? Вылетело, сука. Сука ты ебаная. Вылетело, да, вылетело. Ну, я типа пропустил миссию, потому что я не захотел его проходить. А мы не можем короче. Короче, если я не смог пройти миссию, я тупо пропустил ее из-за того, что, ну, она не подходит по критериям, потому что, типа, например, в ней нету, то есть, в ней нету вида от первого лица, значит, мы идем дальше. А, да, настройки, естественно. Вот, знаете, типа, тут в файлах что-то поменялось, и теперь вместо, то есть, а, это, наверное, из-за хаоса мода, скорее всего. Нет. Это. Из-за хаоса, скорее всего. Тут загружается последнее сохранение. Ну да, скорее всего, из-за него. Я ж, типа, каждый раз... Ну да, это из-за хаос мода. А я ж типа хаосом модом сейчас пока не пользуюсь, потому что вид от первого лица это не хаос мод. Вот. Работник Клакенбелла. А, вы видите? Ну вы видите. Потому что у меня еще оружие на нулевом опыте, поэтому... Да. Вау, фига! Этот рингтон. Аплодисменты. Держись, чувак, позиция справа, полиция справа. Карл, ты посмел оставить меня позади? Он мне намекнул, что машина Балтс отправилась в сторону Ставьяру, чтобы скупить... Отличный мазок, Балда. Кого какой хер ты делаешь? Он может сам в этом позаботиться. Он не может находиться под водой вечно. Ты будешь скоси, Карл? Говнюк справа! Нормально, я говорил с Изером, пойми меня неправильно, чувак, не пойми. Так. Так, ну, тут к Райдеру идем.
Смоук и какой-то мужик. Один из шоферов Мэддога покинул закусочную Бюргер Шот. Хера, как она орёт. Да! Да! Она действительно любила меня, и твое сердце расходится пополам. Ни хера не вижу. Думаешь, ты сможешь стать лоурайдером? Давай посмотрим, на что я способен. Что, блядь, он делает? А шо, мне это нравится. Блядь, ничего не вижу. Только на мотоцикле все аж зашибись видно. Или на велике. Этот завод разнесет нас. Да ладно, не парься. Конечно, уже едем. Мы сожжем на Дэбл свои чертовы деньги. Я своим задом сниму тебя порчу. О, маска. Прикольно. Нет! Сука, блядь! Куда ты пошел? Посмотри на них, они ведут себя как злые... Кто? Как злые дети, и даже хуже. Нет, нельзя. В смысле? Тут только автомат так работает. Ладно. Что ты делаешь? Нет, не надо так. У автоматов хорошо получилось. Бля. Кто я? Магазин на головах в глубине. Девчонка в шляпе. Ну, надо ли мне еще один? Брать, я буду у рандомайзера спрашивать. Да, еще один возьму, пожалуй. Вот как врезание в стены создают много шума? Аж пиздец. Типа он башкой бьется, Блять! Иди сюда, сука! Иди сюда, иди нахуй!
Абидраз. Блядь, смотри на дорогу, съезжай, поезд. Да-да, подумай сам. Бля. Ты накалил ситуацию до пердела. Напердела. Полтора километра или... Не, лучше сюда, короче, ехать. Одна звездочка, да вы пиздите! Чё, я убил? Теперь я избавься от копов. А уж быстро домой доедем, а? Не, не сюда надо ехать. Бля, куда? Несколько лет назад он... Всё? Я так и знал. Обычно у нас даже 6 звезд могут напасть, а тут будто всё-то. Игра, блядь, не играй, если не играть на деньги. Не вижу ни хера. Эти дебилы свернули на своем грузовике. Ты можешь уезжать, Холмс, если я тебе говорю, то ты должен мне верить, клянусь. Эй, чувак! Ну как тебе? Спину с жигами, значит, мы броскушки. Мы не знаем, сработали это, пока не спустимся. Эй, чувак, дела в гараже идут отлично. Понятно, все понятно. Можно пропустить это говно. Нет, неправильно. Это не грузовик. Не фургон, точнее. Привет, Смоук. Ну, я думаю, на этом уже все, да? Да. Сиськи. А тут недалеко... Есть, что у нас есть недалеко? Правильно, только... Сиськи. Нет. Почти попадаю, ну блин. Ой, под конец только. А, как она, как запрыгнуть туда?
Как запрыгнуть, блин, на корзину-то, блин, а? А идея по башке должна ударить, ну да ладно. Ну как реально забежать, что надо по прямой, короче, бежать, да? По прямой. Нет, она должна прям запрыгнуть. Или. Короче. Блин, я не знаю, как правильно. Короче, похер. До свидания.